решают проблемы. Еще год назад писали о том, что у нас автобус остановки находится на одной стороне улицы. То есть в данный момент остановка вот где универмаг отсутствует, и люди стоят под дождем, под солнцем. Зато были остановки на этой стороне, стороны рынка. И что прошло через год? Вместо того, чтобы решить проблему, сделали еще хуже. Остановку убрали около рынка. Теперь можно жаловаться, что остановки вообще нету. Люди, ожидая автобус, стоят под солнцем, под дождем, в грязи. Если мы год назад ожидали, что будет поставлены дополнительные остановки с обоих сторон улицы, то вместо этого остановки вообще убрали. Теперь нет ни остановок ни со стороны рынка, ни со стороны магазинов. Если в том году стоянка была со стороны рынка, остановка, то теперь нет ни с одной, ни с другой стороны. И люди ждут автобуса под палящими лучами солнца, под дождем, под снегом. Вот так жуки решают проблемы. Не улучшают, а ухудшают. Аналогично жалобы приходят по остановке в районе вокзала. Если со стороны вокзала киоск стоит, то на противоположной стороне дороги киоска нету. И людям негде прятаться в ожидании автобуса от дождя, от ветра, от снега. Почему так делают? Экономия, видимо. Но если уже готова остановка была, куда она делась? Возможно, увезли метроном, кто-то заработал на этом. Была готова остановка автобусная, она исчезла. Теперь люди ждут и на одной, и на второй стороне, на улице.